Всем привет, ребята. Ура, я в отпуске. 2 недельки отпуска у меня с понедельника. Поэтому вот вам для успокоения нервов в такое тяжелое время, в такое вот. Цветочки вам жучочками. Ой, розы повяли. Эх, не успел вам снять красивые розы. Вот такая у нас сегодня красота на улице. А мы с Андрюхой, как всегда, отдыхаем, когда работаем. Коробку надо покрасить. Счетчик приезжали газовый. Хотели на поверку снять. Не смогли. Заржавело. Поэтому с понедельника приедут сварщики там. Все, чисти, Андрюх, дальше. Чисти. Сейчас покрасим, короче, ящик. С понедельника, наверное, снимут счетчик. Как-то они там срежут его. Вот. И на поверку заберут. Каждые, по-моему, 4 года. Ой, Андрюх, так сегодня 14 градусов, конечно, тепло. Классно. Ну, по ночам печку так протапливаем. Короче, видит Бог, ребята, вот, как мы мучаемся, вот, люди, да? Да, Владик? И дал погоду вот такую классную. Вот эти цветы так пахнут, офигеть. Владик, как они называются, не помнишь? Дубки, да? То Наталья у нас заведует. А, еще вот там в углу, видите, далеко там в углу. Беленькие тоже офигенно пахнут. Вот. Короче, вот такая вот байда. Немножко отдохну. И начнем счетчик делать. И начнем с вами делать этот блок питания. Вот. Да, Миш? Что хорошее? Валерьянки, да? Валеры хочешь? Алкаш. Ребята, пришлось ехать в аптеку покупать Валеру. Потому что это тот кот-алкаш. Да, Миш? Мишуль, да. Ой, Мишуль, да, алкоголик. Да. Ну все, все, стой. Остановись. Почему вечно в своем доме работы немерено? Вот смотрите, год простояла камера. Это черно-белая у меня. Это мне подарили когда-то так. Все обосрано. Вот это вот мухи лазили прямо по объективу. Я думаю, знаете, чем прочистить? Вот. Наверное, вот этим. Андрюх, как это называется? Для чистки, скажи. Стекол, да? Секунда или как? Не, раньше называлась секунда. Сейчас не знаю. В общем, наводим порядок. Вот эту камеру хотим черно-белую в другое место. А здесь надо цветную. Чтобы было видно, как кошки в дом ломятся. Да, Андрюх? Вон там у нас цветная. Она все равно ничего не видно из-за персика. Вот этого. Вот. Поэтому будем так. Ма! 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 Глухня! Глухня! Ма! Помахай. Ребятам помахай привет. Помахай ребятам привет. Помахай рукой. Ай, глухая бабка. Глухая бабка совершенно. А ты же сказал, Сережа, слышал? Все-таки увидела, что я снимаю. Да, Андрюх? Так, вот так вот, короче, и проносятся эти дни неинтересные. Андрюх, что так скучно жить-то, а? Тебе тоже скучно жить, не? Не, его уроками задал, бывает. На дистанционке. Второй, да, у тебя курс? Подожди, ты на каком сейчас курсе техникума? Третий уже, ё-моё. Третий курс технаря. 4, да? Короче, еще 2 года. Ему корячится. А еще вот такую купили табличку, ребята. То есть по закону Украины надо, вот если у вас ведется видеонаблюдение, надо предупреждать, поняли? То есть мы сейчас с той стороны калитки.
Зафигачим. Вот такую. Ой, блин, чуть не помял ее. Альбина, смотри. Читай, что это. Видишь? Вот все, смотри, что будет вот тут. Почта, видишь, наша. Ну вот уж наблюдение у нас, помнишь, эти камеры? Владька, передай привет, Владь, помахай. Это наши соседи. Так, ну вот тут, как вы думаете, нормально будет? Короче, вот тут как-то наклеен. Не, ну классно, да, на улице? Офигенно. Андрюха, так классно сегодня. Это у нас суббота. Андрюх, не помнишь число? 20... Ой, 30-е. Ой, завтра часы переводят. Когда они уже с теми часами, блин, напереводятся? Задолбали. Такой вот провод брали, смотрите. Супер вишен какой-то видео. То есть тут и питание идет для вот этих аналоговых камер. И разъемчик такой. Неплохой провод. Хорошая медяха такая. Ну, правда, не совсем уж и дешевый. Короче, вот такая у нас есть. Это хоть точно для стекол, Андрюк, да? Ну да. Вон же окно нарисовано. Так. Это мухи засрали, блин. Я в шоке. Вот это им больше делать нечего. Вот им охота прямо вот сюда, понимаешь, на стекло. Как закон подлости. Чего ты на стекло лезешь? Ты его делала? Лети на говно на какое-то. Нет, ей надо на стекло именно залезть. Это джойстик. Видишь? Для настройки камеры, понял? То есть это та камера, когда мне кум, помнишь, подогнал корпус, а я сюда переставил, где-то видео есть на канале. Сэкономил немножко. За 600 гривен купил, а не за 1000. Комнатную камеру. Помнишь? На розетке мы брали. И просто в этот корпус ее шарахали. Ну вот она год прослужила, да? Все четко. Ну да, тоже мухи засрали. Он увидел, какое стекло грязнючее. Ужас. Так, это я пока просто тряпкой. Так. Ты знал, что вот это секрет? Вот так поворачиваешь. Чтобы не бежало. Так. И протираем. В этой камере хорошо, тут ночное ж видение, но оно светодиоды инфракрасные, понял? А в черно-белой там ничего ж нету. Поэтому мы решили, ребята, ту на задний двор. Старца дома там все равно персик, говоришь. Что не видно. Наташа говорила, вырежем тот персик, уберем. Я ж такой, ой, хорошо, думаю, камера будет видеть теперь. А теперь она все переиграла. Ой. Такой, нет, пускай будет. Персик. Видал, как засрало все. Ёшкин кот. Не знаю, правильно я чищу. Оптику, конечно, в нашей Соньке, в этой дорогущей там. Там, конечно, нельзя так чистить, я думаю. Ну, а тут просто ж стекло. Ну, понятно, это пластик. Агрессивной какой-то средой нельзя, там, типа ацетона, правильно? Вот это стеклоочиститель. Не, ну дофига грязи, смотрите. Ёшкин кот. Ладно. В общем, поняли, да? О чем видео, сам не знаю. Сами написали.
Снимай все подряд. Кстати, ездили сегодня в розетку за кофе. Надо же было эту камеру вдруг взять с собой, Соньку. И поснимать Никополем город, да? Ладно, в следующий раз. Вот будем, может, завтра куда-то ехать, поснимаем. Как раз тест камеры такой будет, городской такой, посмотрим, как там, чего. Вот, ну и посмотрите наш городишко небольшой. Когда-то тут 140 тысяч населения жило. А сейчас я не знаю сколько. Наверное, меньше сейчас. Видишь, вот точечка. Что-то она не оттирается. Ладно, ребята, не тянем эту резину. Кота вот этого за хвост. В общем, все на сегодня, наверное. Вот так вот и день не прошел. Вот пока ящик почистили, пока покрасили. Пока бабку ту вытащили на улицу прогуляться. Я говорю, сегодня вообще так классно. Сейчас уже 17 градусов тепла. Офигеть. Ладно, все, всем пока. Андрюха, вон, видите, телефончик взял себе, вот тут настраивает. Хотя можно же это все было. И вот так вот. Не понравилось ему, да, Владик? Хочет это, чтоб ниже как-то смотрело. Блин, когда я уже, Владик, настрою телефон свой? И чтобы на этой камере смотреть, что я хоть снимаю. Вот я что-то так вот на глаз все делаю.